Аким Шымкента заявил, встречи в свободном формате будут проходить во всех районах Шымкента на ежемесячной основе. Мурат Айтенов рассказывает, что уже сделано, что еще предстоит сделать для улучшения качества жизни горожан. Жители просят провести в частный сектор качественное электричество, газ и заасфальтировать дороги. Вопрос с водоснабжением района решается. Уже к 2023 году вопрос будет закрыт. Что дорого там, вопрос тоже на контроле. Были проблемные моменты, но просто так все не оставим. Стоит отметить, Абайский район один из самых густонаселенных. Здесь проживает около 322 тысяч человек. В его состав вошли 34 населенных пункта. Впрочем, сегодня на встречу с главой города пришли около 300 человек. Наболевшие вопросы жителей должны стать первоочередными для руководителей всех управлений акимата и народных избранников. Главный вопрос – когда будет газ? Специалисты сейчас работают. Я надеюсь, что в течение 15 дней уже вопрос решится, и газ будем распределять среди жителей. Вопрос с питьевой водой решится в следующем году на контроль Мурата Айтенова и асфальтирование дорог. Отчет о проделанной работе завершен. Самое время жителям спросить о наболевшем. Газоснабжение, нехватка образовательных учреждений, состояние дорог – основные вопросы. Гульжахан Муратова решила начать с комплимента акиму и попросила чаще встречаться с народом. Вы молодец, работу большую выполняете. С акимата приходят, решают проблемные вопросы в нашем Абайском районе. Это я вижу. Все у нас хорошо. Хочу начать со школ. С 1 по 4 классы детей обеспечили бесплатным питанием. Отдельная благодарность Ижанат Тажиевой. В школах у нас все неплохо, но, конечно, не бывает и без минусов. Он правильно понял. Народ довольный. Халк риза болган. Сол документ менен жол ғой. Рахмет. Халықтың несінен шықты 10 балл бүгінгі есебіне. 10 балл. Барғанға халық қайтамын, енді документ шешіледі. Мен жердің бастығы мен жолықтырды. Мен бұл баланы танымайтын едім. Шешілмесе ше? Шешіледі ғой, енді адам ғой бұлар. Проблемным остается вопрос оформления документов на дома в районе аэропорта. Жители не устраивают и дороги. Акима даже пригласили в гости для того, чтобы глава Шымкента смог лично в этом убедиться. Шымкент – город-лидер по демографическому росту в стране. Ежегодно на свет появляются около 30 тысяч младенцев. В третьем мегаполисе отмечается и рекордная рождаемость близнецов и тройняшек. С ростом рождаемости Мурат Айтенов выразил обеспокоенность нехваткой родильных домов в городе. Аким заявил, что в ближайшее время этот вопрос должен стать приоритетным. В Шымкенте высокая рождаемость. Не хватает родильных отделений и родильных домов. Планируем строить еще. Эта проблема решится в ближайшее время. Отчетная встреча акима с населением Абайского района закончилась, но люди еще долго не расходились. Подчиненные городского главы взяли на контроль все жалобы. За их выполнением будут следить депутаты Шымкента. Біраз ауқымды мәселер айтылды. Көгалдандыру мәселесі және... Проблема была то, проблема сейчас была этого. Сейчас вообще же. Сейчас нет, сейчас проблем было, что это было то делать, да что, куда халаси. Такие неформальные встречи будут проходить регулярно. Аким уверяет, готов к любому конструктивному диалогу и критике. Шудин Саидов, Ерлан Бексаидов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании ОТРАД.